Беларусь ожидает святейшего патриарха Кирилла. Предстоящий визит запланирован в 20-х числах июня и пройдет в рамках празднования тысячелетия со дня смерти святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Об этом журналистам стало известно в ходе пресс-конференции, прошедшей в Минске. В Беларуси создан организационный комитет по проведению мероприятий в связи с юбилейной датой. Будет частица мощи святого князя Владимира, которая тоже будет предлагаться для поклонения всем верующим, которая будет, насколько я знаю, доставлена во все епархии Белорусской Православной Церкви. Программа визита патриарха в нашу страну окончательно не утверждена, поэтому о каких-то конкретных мероприятиях приходится говорить лишь с долей вероятности. Но предположительно патриарх Кирилл посетит Минск и Брест, возможно, осветит здание духовно-образовательного центра.